В Астане состоялся показ грандиозного балета «Кармен Сюита». Гости перенеслись на целый вечер в настоящую атмосферу любви, музыки, танца и великой драмы, которая кроется в истоках постановки. Наша съемочная группа также посетила мероприятие, которое вызвало самые яркие впечатления у астанчан. Мереке Рахмашева расскажет подробнее. Перед глазами жителей и гостей столицы развернулось масштабное представление. Величайшее достояние балетного искусства 20 века «Кармен Сюита» погрузил зрителей в море эмоций, буйство красок и, самое главное, завораживающую и очень глубокую историю спектакля. Прожить свободолюбивую и вдохновляющую Кармен на сцене весьма сложно. Однако прима театра сумела передать образ всем присутствующим. Главную партию в одном из самых известных спектаклей мировой классики исполнила ведущая солистка балета Айнур Абельгазина. Балерина поделилась, что перевоплощаться в роль этой многогранной героини очень волнительная и одновременно ответственная задача. На самом деле очень важной и, наверное, первостепенной такой задачей это не только станцевать, да, показать движение, а именно показать тот образ, который ты исполняешь. И чтобы не только сделать его красивым, но и пробиться, наверное, к зрителю в душу, затронуть его душу, и чтобы он ушел, наверное, наполненным и где-то с какой-то, может быть, недосказанностью, с каким-то желанием вернуться вновь и вновь прожить эти чувства. Поэтому, наверное, апломб и профессионализм артиста, он состоит в том, чтобы трогать сердца людей, зрителя. Действительно, подарить людям праздник, оставить неизгладимое впечатление и привить любовь к миру высокого искусства – задача не из легких. Ведь только настоящая отдача профессионалов, неподдельная любовь и страсть к своему делу вызывают глубокое уважение и самые восторженные аплодисменты зрительского зала. Впечатлена, очень неплохо, понравилась очень солистка, все замечательно, красивый балет. Мне нравятся артисты, их движения, их экспрессия, то, как они передают какие-то определенные эмоции. Цветовая гамма этого спектакля была очень интересная, и актеры сыграли очень хорошо. На самом деле очень интересно и своеобразно. Я сегодня вот впервые пришел на балет и могу, да, поделиться положительными эмоциями. Мне очень нравится. «Кармен Сюита» превратилась в любимый балет и стала достоянием лучших театральных сцен. Закулисье скрывает от общих взглядов огромную работу творческой команды, ежедневный труд и самую строгую дисциплину. Однако именно благодаря этому мы становимся свидетелями того, как зарождались бессмертные шедевры, как они видоизменялись, прогрессировали и продолжают покорять сердца людей по сей день. Мереке Рахмашева, Марат Бийсов, Атамекен Бизнес.